присоединяется с третьим, с косичкой и началось. Задача. Вы делаете тот же самый крестовой running movement. Сделаем его два раза, как обычный running movement. Крест. Крест. Здесь особо ничего не меняется. Вы точно так же поднимаете правую ногу в сторону. Единственный момент, то, что вам нужно таз развернуть снова в эту точку. Уводим. Встаем. Берем еще раз. Крестовой. Уводим. Встаем. Последний. Семь. Восемь. Уводим. Встаем. Попробуем соединить. У нас получается крест, крест, крест. Еще раз. Семь. Восемь. Крест, крест, крест. Опять же, косички крестовые может быть очень-очень много. Раз, и два, и три, четыре. Косичка, 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 косичка. Раз, два, косичка, косичка. Один, три, косичка, косичка. То же самое у вас происходит на левую ногу. Из позиции крест на крест ноги. Левую ногу выводите в сторону. И выходите в косичку. Уводим в сторону. И левую косичку. Последний. Семь. Восемь. Уходим. Косичку. Настало время соединить все вместе. Пока без первого элемента. Здесь я сейчас вам покажу только как соединяется второй и третий. Поехали. Семь. Восемь. Крест. 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 Косичка. 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 Крест. Крест. Косичка. 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 Крест. 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 Косичка. 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 Семь. Восемь. Тренируйтесь, и все получится.